Вітаю усіх, хто доєднався до перегляду проекту без політики. Вітаю вас, шановний Юрій Анатолійович. Вже традиційно будемо говорити про найважливіші проблеми, які турбують мешканців саме вашого міста. Привітаю, Петр. Привітаю всіх зрителів без політики. Як завжди, готовий відповідати на острі питання і совмісно будемо вирішувати важливі проблеми. Юрію Анатолійович, у Грузії заарештували Саакашвілі. Його партія на виборах не виграла. Президент Зеленський заявив, що буде добиватися звільнення Саакашвілі, який незаконно пересік кордон. І скажіть, будь ласка, чи нормально це для держслужбовця і як потрібно вчиняти з екс-президентом Грузії? Ну, врешті-решт, людина двічі очолювала державу. Ну, во-первых, треба розуміти, яким образом государственні без ведома президента нашої країни, Мог вообще куда-то так тайно уехать и в такую историю войти неприглядно, потому что, ну самое главное ведь в этой ситуации не испортить отношения с братской Грузией из-за этого случая. То есть государственный чиновник без ведома высшего руководства едет на свой страх и риск в страну, которую мы считаем дружественной, и за это могут испортиться отношения. Вот самое главное этого избежать. И, естественно, я считаю, что раз он сделал такой выбор без ведома руководства нашей страны, он должен сам и выпутываться. Ну, скажите мне, пожалуйста, это что, пострел самому себе в ногу, кажучи, что экзит-поли говорили про то, что, в принципе, партия Саакашвили может выиграть на выборах. Вы думаете, было сподівання повернутися на белом коні, а вышло не так, как гадалося? Ну, на самом деле, он, видимо, понял, что перспектив политических в Украине нет, его партия там 1-1,5% рейтинг имеет. Он понял, что надо каким-то образом возвращаться домой в Грузию. И его наверняка уверили, что действительно электоральные перспективы хорошие. А по конституции Грузии, если партия правящая набирает менее... по конституции, а по договоренности, которые были достигнуты в преодолении парламентского кризиса, вот назад. Если партия правящая набирает меньше 43%, то объявляется в неочередные парламентские выборы. Ну и, по-видимому, его убедили, что партия «Грузинская мечта» наберет меньше, его партия больше, и вот он там сможет иметь какие-то перспективы как политик. Но кончилось все это плачевно. И самое главное, чтобы не испортили отношения. Исходя из публичных высказываний президента Грузии, которого сложно упрекнуть в русофилии, то есть она явно не пророссийская, то есть они его помиловать не собираются. И, скорее всего, какое-то время он пройдет в тюрьме, потом, может быть, политическое решение будет соответствующе принято, но это будет принято политическое решение руководством Грузии под влиянием, наверное, западных каких-то партнеров или американцев, которые попросят сделать исключение и выпустить его куда-нибудь а из страны. А еще что пан Саакашвили имеет украинское гражданство, оно как-то может вплывать на эту ситуацию? Ну, безусловно, это гражданин Украины, как бы к нему не относились. И понятно, что Украина будет как минимум формально опекать его там, и консул будет там, и уже, по-моему, ездил туда консул. І от це все ну, на фоні того, що происходит у нас в страні, це взагалі мелочь. Як би не відноситися, але у нас дуже проблем своїх. Тоді давайте до нашої країни було багато шуму про те, що не дозволяють показати фільм, який називається Офшор 95. Що спочатку сказали, ніби немає світла, потім ремонт, потім короткий день. Врешті-решт фільм показали. Зараз він є в загальному доступі. Він є на Ютубі, люди дивляться. І найголовніше, що приходить якесь певне прозріння в плані тому, політична сила і її лідер ішли до влади з одним лозунгом. Ми не такі. Фільм Офшор 95 показує, що в деяких речах вони не тільки такі, а ще й потужніші в тому, що було зроблено. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, вдасться загасити це полум'я скандалу, або воно вже не стримне? Сам первоисточник «Гардиан» — это очень солидное издание, это не какая-то желтая пресса, это издание, которое бережет свою репутацию, печатает только то, что проверено. Поэтому это долгоиграющий скандал, это общая тенденция в мире бороться с офшорами. Вот она дошла. Там ведь, да, у нас 38 политиков, он, по-моему, на первом месте там по количеству фигурантов этих офшорных дел, остальные там страны, даже Россия 19, при том, что больше, ну и остальные по нисходящей. Это сдавало очень многих, до речи, Да, еще. но они ведь заставили всех вернуть деньги из офшора. А у нас такого не было. Приняли офшорный закон, но его особо никак никто не придерживается. И в том числе, как стало ясно, окружение президента тоже. Поэтому это будет серьезная ситуация, и надо будет разбираться. И это не загасишь так. Это слишком серьезное издание, слишком большое обвинение, а у людей вообще вот действительно шок, потому что был типа свой парень, который сказал, что он будет бороться со всеми олигархами, офшорами, а тут оказывается он-то сам внутри. И сумма фигурует тоже. Большие деньги, да, там и обмене, имущество какое-то. То есть, это реально, конечно, проблема. Это... Печально і обидно, що это портить імідж країни, Тому що на першому місці бути по количеству офшорних резидентів і притом самая бідна страна Європи це показатель відсутності управляємості в країні. Яким буде бюджет на 2022 рік? Які зміни повинні бути внесені в цей бюджет і як це вплине на життя українців? Юрій Анатольович, Что вы думаете про госбюджет на 2022 год? Какие поправки к законопроекту вы будете вносить? Многих очень волнует дефицит бюджета на 2022 год. И как он отразится на незащищенный слой населения, учителя, педагоги, пенсионеры и многие другие. Мы будем очень признательны вам, если вы нам ответите на этот вопрос и поможете. Почему такое неправильное распределение, допустим, бюджетных средств? Я думаю, надо было бы подумать над этим вопросом, куда нужнее в первую очередь. Ну, люди абсолютно правы, потому что, когда мы проанализировали проект бюджета на 2022 год, то ну, он, он, в принципе, повторяет бюджеты всех прошлых лет. Их одна черта это больше дать денег силовикам. Вот в этом бюджете тоже, при всем, так сказать, потому что накормили силовиков до этого года, плюс 2 миллиарда гривен прокуратуре, плюс миллиард службы безопасности, ну и так по нисходящей антикоррупционному суду дали еще плюсом 500 миллионов. То есть силовикам дают больше, социальные выплаты меньше. Вот это визитная карточка и прошлой власти, и сегодняшней. Я приведу просто пример, который, ну, наверное, наиболее, наиболее такой красноречивый. Вот в 2013 году за рождение первого ребенка давали 41 тысячу гривен. За второго 62, а за третьего 123 тысячи. То есть это были, в принципе, тогда хорошие деньги. После этого 7 лет подряд... 41 тысяча первый, 41 тысяча второй, 41 тысяча третий. Семь лет подряд. А теперь представьте, насколько увеличились цены, какая инфляция, во что превратились эти деньги. И вот это, и, и точно так же с пенсиями, точно так же с социальными выплатами. Вот, вот так шли. И когда мы увидели этот бюджет 2022 год, конечно, мы дали предложение по увеличению для матери-одиночек и для увеличения прожиточного минимума, и социальные выплаты другие чернобыльцам, поддержать инвалидов, то есть тех, кто реально. И, и увеличить медицину финансирования, там 49 миллиардов гривен, по нашим оценкам, не хватает. И показали, откуда взять эти деньги. И учителям поднять зарплату, потому что 7 тысяч гривен средняя зарплата учителя в школе, это мизер. Не дотягивают даже до средней по экономике. То есть это мы все сделали, и мы, я убежден, будем бороться за то, чтобы это было принято. Но я посмотрел сегодня на этих слух, ну, они неофициально получают зарплату в конвертах. Каждый месяц слуга народа, этот депутат, который был фотографом на свадьбе, он получает 600 тысяч гривен неофициальной зарплаты, 20 тысяч долларов. Що йому все, он, он, он уже іншому уже місці. А в цей момент бабуся мріє про те, щоб Вони їй дали дали 2000, 500, да 500 гривень, щоб додали, бо да, їй вже так, більше да. ніж 75. <му> Як зупинити масову трудову міграцію? Не раз ми говоримо про це. Давайте послухаємо питання від людини і послухаємо ваш рецепт, Юрій Анатолій. Юрий Анатольевич, к вам вопрос. У нас сейчас в стране большая трудовая миграция. Политика действующей предыдущей власти, она почему-то была не на то, чтобы росло количество мест трудовых в нашей стране, а наоборот, что был отток. Отсюда, конечно, и нехватка ВВП, Большая к вам просьба. Скажите, пожалуйста, каким образом можно эту ситуацию поменять с действующей властью? Если это невозможно, то как вы будете с этим бороться? Ну, честно говоря, я не вижу, что действующая власть каким-то образом этим озабочена. Не действительно выталкивают людей за границу. Переводы, от, только официальные переводы от людей, которые уехали на заработки за год 12 миллиардов? долларов. Это сопоставимо со всем торговлей с Евросоюзом, там 18 миллиардов. То есть мы превратили страну в поставщика трудовых ресурсов, а не товаров за границу. И, конечно, это в первую очередь должна быть государственная политика по поддержке и созданию рабочих мест здесь в стране. Чтобы, собственно говоря, в любой стране руководители государства создание рабочих мест ставят на одно из первых мест своей политики. Посмотрите, Трамп что делал, другие лидеры, они начинают и заканчивают диалог создания рабочих мест. Вот, я создал там миллион рабочих мест, перетащил заводы в Америку. Вот, вот такая дело. Диалог... У нас этого даже нет. У нас в лексиконе даже нет. У нас они абсолютно далеки от этой проблемы поддержки реального производителя. Бегают за кредитами. У нас национальный праздник, когда дают очередной кредит. І для на промисловості часу не залишається. Вони явно перепутали пріоритет. Був о, такий випадок, який мене вразив, коли Ангелі Меркель сповістили, що німецька митниця молодець. Вона ще додала грошей трошки в німецький бюджет. Вона сказала, зразу розібратися, де і що ми мусимо завозити, де і що ми недовипускаємо своє. Зразу питання, де ми не допрацювали, називається імпортозаміщення. Абсолютно вірно. До тих пір, поки ми не будемо перейматися тим, щоб виробляти своє, продавати людям своє, а не тільки імпортувати робочі руки за кордон. я боюся, що нічого хорошого не буде. Бажаю вам жити, працювати в Україні і бути щасливими на своїй землі. Попрацювали все життя, зараз майже же бракують. Як змінити пенсійну систему і надати людям право на гідне життя? Когда же э, люди пожилого возраста достигшие 75 лет будут получать свои законные 50, 500 гривен? Им так и не платят. Наши пенсии очень маленькие пора бы их повысить. Когда они будут думать серьезно о том, чтобы менять систему? Почему при таком большом стаже, а в то время, понятное дело, малые зарплаты, я сегодня получаю пенсию, не достигающую даже 4 тысяч, что, естественно, мне, как пожилому человеку, 84 года, это мало. Ну, я, по-перше, пенсионерка, и у меня 2200 пенсія. Самі розумієте, як можна на такі гроші вижити. Приходиться заробляти, як можеш, десь так. Ну, чесно кажучи, пенсіонери найобділені залишилися після вот цих 7 років, 2014 року. Вот постійно в бюджеті все время старались заморозити пенсії. І понятно, що ми не голосували за ті бюджети при той власті, але ну, на ділі, що ця власть зробила виводи, скільки вони йшли на вибори з обіцяннями допомогти, боротьба з бідністю. А произошло совсем наоборот. Пенсии как были не niezbien, так они остались. Цены растут, інфляція, тарифы. Сегодня пенсионер, средняя пенсия по стране, 3000 гривен. Це якщо додати ті гіпервеликі пенсії, взяти гіпермаленькі, да. средняя температура по палаті. Так вот, 600 тысяч людей в стране, пенсіонерів, получают пенсию ниже 2000. Most of Не предстаit? Якщо прожитковий мінімум, у нас вдвічі більший, як така е, пенсія. Тобто людина не отримує навіть половину того, що вона мала би мати для мінімума для проживання в цій Смотри, країні. Скажіть, <клес> що натворили вже сьогоднішні так. власть. Прожиточний мінімум по розчету Міністерства соціальної політики 4393 гривні. Это Значит, 1723 — это майже в, в третий меньше. 000. А в бюджет они заложили прожиточный минимум 2200 там с копейками. То есть они сделали хитрость. Они понимают, что они заложили в бюджет, а к этому к этому прожиточному минимуму бюджета привязаны все социальные выплаты инвалидам, матерям-одиночкам, Чернобыльцам всем. Так вот они сделали хитрость, то есть они занизили искусственно прожиточный минимум. Они поставили его нереальный. И когда 3000 гривен пенсии, они говорят, ну в бюджете что 2200 там с копейками, а у вас 3000 гривен пенсии. Значит, вот, в принципе, выше, чем прожиточный минимум, который заложен в бюджете. Это изуистская вещь, это хитрость, которая, в общем-то, не имеет ничего общего с реальной жизнью. С реальной жизнью. Дякую за гарну розмову, шановний Юрій Анатолійовичу, і дякую всім глядачам проєкту без політики. До зустрічі наступного тижня. Спасибо, Петр. Спасибо всім нашим телезрителям. Вместе повернемо Україну. До зустрічі в ефірі.